Iron deposit depleted. Carbonium deposit depleted. Not enough plant biomass. Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Riftbreaker на максимальном уровне сложности Brutal. Спонсором данной серии у нас является Вадим. И в этом эпизоде мы готовимся принимать входящую атаку. Осталось буквально 50 секунд, между прочим. И прежде чем мы ее с вами будем принимать, рекомендовали мне поставить вторым оружием гранатомет в одну из рук. А, слушай, нельзя поставить сразу в две-то. Руки. По всей видимости, его нужно сначала создать. То есть, чтобы их было два. Crafting completed. Теперь, по идее, это можно будет осуществить. Да. Ну все логично, у нас он был один, как мы его в две руки возьмем. Not enough plant biomass. Вот хватит ли у нас боеприпасов сразу для двух гранатометов, это вопрос для непрерывного огня. Так, у нас будет снизу. Все заминируем. Да и вообще, на самом деле, молот. Он тоже вполне неплох. Два гранатомета дадут чудовищную огневую мощь, но боеприпасов не хватит на долгое противостояние, как по мне. Iron deposit depleted. Carbonium deposit depleted. Много, ребята. Iron deposit depleted. Как с ложками просто разобрались. А, у нас следует технология возобновляемой энергии. И нам надо загрузить технологии исследования инопланетной жизни. Чё-то помню, у нас какие-то проблемы с ней были. Так, так, подожди. А, штаб третьего уровня нам надо будет прокачать. Твою ж ты дивизию. Точнее, подожди. Для этого исследования должны построить штаб третьего уровня. Он у нас есть, только у нас он не улучшен, да, точно. Сейчас там посмотрим, что у нас по грейдам. Там будет мощная входящая атака при его улучшении. Да, ап-ап. А готовы ли мы к этой атаке, это еще тоже, однако, вопросец. Ядр плюс 4, плюс 1000 энергии, твердый ресурс плюс 50. Ну и тут по мелочи башням какие-то припасы добавляются. Так, это все, конечно, круто. Маловато нашего чудесного и замечательного, прекрасного. Так, еще бы вспомнить управление сейчас бы. Сейчас вспомним. Прекрасного нас мало материала, улучшающего турочки под названием кобальт.
и мы не можем его собирать. Я в том эпизоде нашел вроде как шахту, которая это делает. Правда, сейчас я уже забыл, где она находится, естественно, но ничего, мы найдем. Давайте будем улучшать таки мы все-таки наш штаб. Что время тянуть? Точнее, не время, а периоды. Избавляться от паразитического слова. Судя как не могу, видите, от него избавиться. Headquarters upgrade in progress. This will attract a lot of attention. We have some time before the attack. Let's strengthen our defenses. Печально, но атака с двух сторон будет. Атака будет с двух сторон. Я просто хотел здесь усилить пушки. Но вот здесь она будет более массированная, как я посмотрю. Большой пес рекомендует усилить здесь огневую мощь. Также нам надо будет озаботиться улучшением энергии. Так, сейчас мы тут все с вами проапгрейдим. Проапгрейжены. Так, 50 секунд осталось. Перепрыгиваем в другую сторону. Телепортируй меня. Телепортация. Улучшается у нас достижение. Да, вот тут что-то совсем все плохо. С обороной. Сейчас мы пойдем в минус с вами по энергии. Надо бы ее усилить. Окей. Ну, я думаю, основной напор будет именно вот тут. My sensors are picking up multiple groups of hostile creatures approaching our base. Okay, we're ready for them. Но их будет много. Это необычная волна. Здравствуйте. Держаться, держаться. Under attack. Это еще не волна. А вот она. Надеюсь, тут край держится. We'll buy some time until the next attack. Let's check what's new after the HQ upgrade. The improved headquarters building can support more communication hubs. If we want to download new technologies faster, then we should construct as many of them as possible. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Что нам мешает построить? Walls has been destroyed. The technology queue is idle. Погоди, там что-то происходит. One of our energy connectors has been destroyed. А, ну понятно, опять. Срань каким-то образом сюда пришла. С волной вместе. И, конечно, прорвалась до турели. Да, нам нужны какие-то ракетные туры, которые это будут все ликвидировать. Так, что у нас с этим узлом связи? Максимальное число построек. Да, говорит, вам нужен планетарный сканер. Подожди. Узел связи. Максимум, кстати, их два можно сделать. Давайте еще один построим. Сейчас я стенку отремонтирую, чтобы у нас быстрее просто все дело исследовалось. Рейды шли быстрее. Вот, короче, основной урон нанесли, видите, не мобы из волны местной живности, а именно Галлем.
И улучшенные турели его... Чё-то не особо и пробивают тоже. Взял всё, ублюдок, сломал казённое имущество. Ты что, строил, что ли, это всё? Да, ночью у нас, видите, недостача энергии. Нам бы надо улучшить ветряки. Так, а где у нас улучшение ветряков с вами? Возобновляемая энергия. Мы с вами исследовали геотермальную электростанцию. Ага, отлично. Мы можем исследовать инопланетную жизнь, но... Вот, ветряк второго уровня. Нарабатывает он энергии в два раза больше. Требуется карбоний для апгрейда, но нам нужен штаб четвертого уровня. По крайней мере, его надо исследовать. И будет это исследоваться 10 минут. Давайте, может быть, тогда это исследуем для начала. Такие, а потом переделаем ветряки, а то мы сейчас просто всю базу завалим вот этими ветрогенераторами. Все равно придется их немного построить дополнительно, потому что у нас явно недостача. То мы все это поапгрейдим. И геотермальная станция. У нас есть, между прочим, одна на базе. Я помню, это была на севере. Сейчас мы ее найдем. Вот тут она у нас фурычила. Стоит 600 карбония, 400 железия. Ну, немало, немало. Зато 200 она нам даст. И где-то еще, по-моему, было это у нас на базе. Если мне память не изменяет, нужен еще один узел связи. Энергии 50 жрет. В принципе, вот тут бы они бы нормально бы встали вместо турелей. Опасно, конечно. Продавать, но зато красиво они будут очень здесь смотреться. Как знаем, красота требует жертв. Сейчас мы ускорим исследование. Немного. Просто два ряда турели здесь поставить и будет ништяк. Да, твою мать, сейчас еще ветряки, кстати, отрубятся наполовину. В общем, короче, сейчас у нас будет очень плохо с энергией. It's hard to see anything in this fog. It's also affecting our solar panels and wind turbines. We have to wait it out. Геотермальный источник был. Он отражается белым, на базе вроде как не светится, но есть еще вот здесь вот. Туда надо будет еще добраться, между прочим. И целая батарея там стоит, чтобы его оборонять, честно говоря, неохота. Пока. Я лучше ветряки проапгрейжу. Туманчик. Крайне плотный. Сизый туман, похож на обман. Сизый туман. Сизый туман. Так, ну застряли, как здесь пролезать-то буду. Нихера не видно. Сейчас мы энергии потеряем огроменное количество. Что у нас с исследованиями? Насколько там вообще все это ускорилось? А, он до конца не достроился. Осталось 17 секунд, посмотрим просто, насколько это ускорит процесс. Ну, в два раза. Два раза ускоряет, это хорошо. Поверх он не пролезает, только... Снизу надо запомнить. Ремонтного дрон-мода.
Немного ветряков накатим, потом их все прогрызем. Легкое движение мыши и улетают ветряк не туда. 5 немного уменьшить, наверное, 4000. 5 это уже даже для меня много. Вот днем мы выходим в плюс. Теперь будем набирать до ночи. А резерва хватит. Да, сейчас с двумя узлами связи побыстрее будет все идти. В исследованиях. Некоторые в стиме жалуются, что они там типа долго идут. Ну так, ребята, эта игра не экшен. Привет, Call of Duty, который проходит за 5 часов линейно. Стратегия, это предполагает довольно длительный геймплей. Мне наоборот нравится. Проблема в том, что пока атаки не очень мощные, но мне в личку писали, что люди, которые играли значительно дальше, в других локациях атаки будут гораздо мощнее и, в общем-то, удерживать будет сложно на брутале. Это типа первая локация, она самая такая разминочная. Но я не особо спешу еще, видите, по сюжету. Я развиваю технологии постепенно. Не те, которые требуют от меня именно сюжетные моменты, а то, что я хочу. То, что, на мой взгляд, помогает. Конкретный момент, конкретная ситуация. И как итог, нету слишком быстрых атак элитных волн, то есть я к каждой волне уже готов, грубо говоря, для меня не является это большим препятствием, преградой. Пока там исследуются, у нас технология, выколачиваем биомассу для поддержания работы биоэлектростанций. Дело полезное. 10 секунд осталось. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Технология готова. Штаб 4 уровня. Узел связи. Уровня 3. Слушай, этих можно сейчас проапгрейдить. 200 энергии они стоят. Штаб 4 левела. Увеличение максимального количества построек. Узел связи на плюс 1 получается. Так, прекрасно. И вот мы можем сейчас с вами прокачать улучшение ветряков. 16 минут это будет исследоваться. Это интересно, с двумя узлами 16 минут будет? Да вы что, серьезно? 20 минут, 50 секунд. Стена второго уровня и хаб, и ворота. Второго уровня хранилище энергии. Давайте сейчас все-таки с ветряками разберемся и с солнечными батареями. Это здорово нам поможет в уменьшение количества построек на базе, но я не буду их сокращать, просто мы проапгрейдим то, что есть, и не будем строить новые. Да, это реально с двумя узлами связи 16 минут строится. Офигеть. Но мы можем улучшить. Можем улучшить эти, в общем-то, узлы. Пробовать. Так. Ап стоит 800 карбония, железе 1200. Неплохо. Да, энергия они будут жрать больше, но опять же мы сейчас прокачаем с вами ветряки, и поэтому все будет идти быстрее. В общем, да, и люди, которые жалуются на то, что долго все строится, что-то там долго изучается, они, по ходу дела, в игру играли крайне мало, они не изучали технологии, которые отвечают за ускорение вот этого всего производства, за ускорение исследований. В принципе, если все сбалансированно изучить, то не так уж и много займет весь этот процесс.
Слушай, а пока узел связи перестраивается, на соседу не вообще не идет. Да, интересно, интересно. Придется подождать. Но я лучше, думаю, сделать два апгрейда и ускорить еще в два раза исследование, чем ждать там 16 минут. А потом мы быстро-быстро исследуем эту инопланетную жизнь и пойдем дальше по сюжету двигаться. И очень, видите, быстро закончилась у нас вся биомасса. Далее электростанция. Вот сейчас они запустились снова. Ну, у нас полный резерв по энергии, поэтому не суть важно. Лучше я пойду пока изучу карту. Наверное. Пробую с двух гранатометов пострелять. Harmonium storage is full. Build more storage facilities. Ну, в принципе, нормально. Боеприпасов. Более-менее хватает. The atmosphere is condensing. It looks like a weather anomaly is going to hit us in a moment. Что там за аномалия очередная? Термальный источник вот здесь может. It's even damaging Mr. Riggs's armor. Понятно, стреляет турели. Короче, эта хрень повреждает нам всю базу. Это, ребята, очень печально. Да, у нас есть теперь чем ремонтировать автоматически. The hailstorm is over. Но проблема в том, что у нас не везде стоят ремонтные блоки. Например, здесь придется вручную ремонтировать. Все кабели опять повреждены. Вот эта вот аномалия, она самая, пожалуй, неприятная из тех, которые пока есть. В идеале, конечно, всю базу застроить ремонтными, но мне сначала надо прокачать завод для добычи кобальта. Насос там или шахта. Турели повреждены, все стены повреждены. В общем, все как обычно. Все как мы любим. Так, ставим место для... двух турелей. Шесть минут, да, будет сейчас это изучаться. Слушай, по поводу узлов связи у нас есть сейчас возможность еще один построить. Да, в принципе, еще один появляется. И мы можем его тоже впендюрить, чтобы еще ускорить исследование. Вот опять сгущается ночь, и снова, как видите, у нас проблема. Проблема с энергией. Но ничего страшного. Ничего страшного. Вот тут бы он тоже классно бы встал, но убирать... дальше турели уже нет никакой возможности. Поэтому следующий кластер узлов связи будем делать в другом месте. Как вас покрасивее разместить, ребята. Везде некрасиво, везде некрасиво, везде они не к месту. Можно, конечно, убрать линию стены, убрать турели. Пробуем сейчас. Это
Выбирать будут все турки. Выбирать все турели абсолютно. Только так он влезет. Можно вместо секции стены поставить. Кривая установка. Не видно ничего было из-за строительства узла связи. Боком развернутые оказались. Сейчас все перестроим, переделаем. Надо улучшить еще вот эти вот и ядра, и хаба, изучить технологию. Чтобы дополнительное место не занимать, а проапгрейдить имеющиеся. Железо, кстати, не очень быстро добывается. У нас есть месторождение ведь на базе. Железо. Он реально как медленно бывает, всего плюс 5. Здесь есть. Так, Крикс, давай. Давай, лезь. Потому что у нас одно месторождение выработалось. Так, окей. Здесь можно поставить солнечные батареи тоже. Взамен. Энергия перерасход ночью не особо большой. Здесь легко справляемся. Исследования почти завершены, сейчас мы займемся этими ветряками чудесными. А, ну да, и нам надо еще железную шахту построить. Чем мы тут? Шо, мы очкуем-то? Че ты очкуешь, Славик? Ты успокойся! Так, шахты. Здесь у нас 12 тысяч, не густо. Скоро придется расширяться за пределы базы. Ресурсы потихоньку заканчиваются. Форм сверху, агрессив форм атакует у нас. Но тут неплохо все укреплено. Сейчас мы турелек накинем. И будет вообще хорошо. Я думаю, что этого хватит вполне, чтобы сдержать. Ну, может, еще одну турель поставить. Но дроны не особо спешат с ремонтом, мы видим. The technology queue is idle. Разорюсь еще на одну ремонтную станцию. Select new technologies for development.
даже на две. А может даже и на три. Я говорю, в перспективе именно надо застроить всю базу будет. Так, следующее исследование. Улучшенная версия электростанции, использующих возобновляемые ресурсы, эти схемы содержат набор совершенствований, которые делают электростанции более приспособленными к галатанской среде, увеличивая тем самым производительность. Все прекрасно. Все замечательно. Теперь мы исследуем, давайте с вами вот E-Hub. Следоваться будет 8 минут, сейчас мы улучшим узел связи и будет еще быстрее. А инопланетную жизнь мы будем исследовать всего 3 минуты, после улучшения, думаю, минуты 2,5 будет все это происходить. Так что вообще замечательно. Правда, пока улучшается, у нас падает скорость исследования, потому что один узел отключается. Да, я ready. Я always ready. Разбуди меня в 3 часа ночи и скажи: you ready to fight? Yeah. Хотя о чем я говорю в 3 часа ночи, я не сплю обычно. Марк, стою и раздаю молотком. Слава императора здесь перед спиной. Чувствую себя дредноутом в Гляре. Довольно изи, без каменных големов вообще без проблем. Итак, 8 минут 2 секунды. Сейчас все это еще ускорится, где-то 2 минут 7, я думаю. Наверное, 6.50 будет где-то так. Так, 6.50, да, ты не обманываешь меня? Таймер. Ох, даже 5.25, видите, как я простоволосился-то. 5.25 всего изучать. Да, с этими узлами повеселее все происходит. Ресурсов нам пока хватает, в принципе, на самой базе. Мы можем построить дальше, попытаться с вами пол. Будем строить большими кластерами, хрен с ним. В любом случае, как мы выяснили, здесь ну, полностью идентичными плитками можно построить мелкими только, если ты строишь по самой маленькой текстуре. Если ты уже увеличиваешь размер, то пол будет неоднородный. То есть все равно эти клетки будут заполняться то большим объемом, то меньше. В принципе, без разницы. Нам главное, чтобы он был максимально функционален. I'm detecting a decrease in wind speed. This may affect our wind turbines. Не везде, он заполнил, придется. The wind is very slow today. Wind turbine efficiency is not going to be that great. Использует всю мощь 5000 пи. Ускоренно идет перемотка, я говорю, как видно. Реально так двигается мышь. Фух.
Как будто подход с 30-килограммовыми гантелями сделал. Так, ладно, давай дальше тут махать. Еще целых 3 минуты тут осталось исследовать. Главное, где ничего не существует. Все было красиво. Чтобы мег быстро бегал. Wind is picking up again. Power generation is back to normal. Да, нам тут надо бы еще перестроить электрику сейчас будет, помимо пола. I've detected an unusually large creature roaming the nearby area. Sounds like an interesting research specimen. We should go to its location and see what we can learn. Опять появился какой-то бассер или не базы. Возможно, тот же самый, которого мы уже уничтожили, там такая здоровенная бродячая скалопендра бродячая, ходящая, смердящая. Даже с максимальным размером этой клетки строить здесь приходится пол долго, то есть этому посвятить потребуется минут около 10, чтобы полноценно всю базу строить. Она большая, надо много оснований. Теперь грейд ветряков. Тут уже будет подороже по карбоне. Зато и энергии даст мало. Сейчас мы выйдем даже из минуса, видите, ночью. Выглядят они немного по-другому, я смотрю. То есть апгрейд он визуально виден. Ну и видите, такая циферка 2 над ними. Над теми же узлами связи. Да, мы вышли из минуса, в принципе, нормально. И почти весь карбоний профукали. Несся стремительно, откуда же всех расстреляли. Прекрасно. Здесь надо бы еще поставить тоже ремонтный модуль. Перекрывал всю стену. A new technology has been developed. Не могу пролезть. Так, технология исследована. Классно, замечательно. У нас заканчивается кобальт. Сейчас надо найти эту шахту. Набор улучшений для всех оборонительных построек на базе рифтбрейкеров. Эти здания намного прочнее своих предшественников. Да, я бы не сказал, что они намного прочнее. Тут всего, по-моему, на 200 единиц. Да, ну ладно, сейчас посмотрим. Значит, что дальше? Турелька. Плазменная башня. Она требует палладии. Конечно, это все классно. Стреляет мощными энергетическими снарядами, а палладии у нас нет. Поэтому изучать это пока что смысла я не вижу. Ремонтная башня второго уровня. Восстанавливает поврежденные постройки в радиусе дронов. И что это дает? Так, карбоний, железо, кобальт еще больше надо. Ну, наверное, больше дронов выпускает или на большее расстояние работают. Хрен знает. Так, где-то тут была шахта. Вытягиваем синтезатор карбония. Нет, это не то.
Вот оно. Добыча редких элементов. Изучаться будет 2 минуты всего лишь. Давайте изучим и поставим ее на месторождение кобальта. Чтобы он у нас постоянно качался. А потом уже изучим инопланетную жизнь и двинемся дальше по сюжету. Я уже который раз собираюсь изучить, но... Видите, разные обстоятельства мешают коварному плану. Карбоне, в принципе, можно поставить еще заводы. Здесь есть. А, да, иди. Base is under attack. Что там не атак? Что ты мне заливаешь? Не мог кто-нибудь добежать до наших улучшенных турелек? Блин, мне очень уж устало. Часть карбония завода не вытянутся, 12 тысяч. Ну пока хватит, я думаю. Карбония много не бывает. Перфекционисты, видите, в ужасе. Квадраты не заполнены. До конца. 24 тысячи. Я представляю, как я что-то колбасит в этом. Мистер Ригзи при таких вращениях. Она команда привыкла к подобным перегрузкам. По концовке серии мы достроим основание пола по всей базе. Торчит. За стена. Ashley, I'm detecting a sudden change in air humidity and wind speed. A fog is forming up. A new technology has been developed. Туман не поможет вырубить нашу ветряную силу. It's hard to see anything in this fog. It's also affecting our solar panels and wind turbines. We have to wait it out. Ну, вот почти вся база застроена. Пройдемся, достроим недостающих клеток. Ну вот это уже похоже более-менее на базу, полноценную, как еще маленькое месторождение карбоневой руды, прям совсем мелкие. The technology queue is empty. Да, он следует. Добыча редких элементов. Эта технология дает рифтбрейкеру инструменты, необходимые для раскопок, добычи и переработки, хранения хрупких и редких ресурсов в промышленных масштабах. Далее.
Ну давайте изучим все-таки инопланетную жизнь. Уже пора. Лаборатория позволяет производить углубленные исследования, которые нужны для развития технологий на основе внеземной фауны и флоры. Разблокирует древо исследования инопланетной жизни и даст доступ к зданию полевой лаборатории. Лаборатория анализирует образцы инопланетной флоры и фауны и минералов. Биосканер позволяет получить эти образцы более эффективно. Ладно, пока не знаю, что это такое, но посмотрим. 2 минуты с половиной будет изучаться, чуть больше. Нормальный приток от гарпуния. Более-менее работает. Единственный момент, нам надо поставить шахту вторичную. Стараюсь поставить все элементы пола, нигде ничего не пропустить, но... кто чего увидит, это будет сильно задевать ваши ранимые тонкие чувства, пишите, я постараюсь эти квадраты заполнить. Если сам их не замечу. Мой канал смотрит немало перфекционистов, таких же, как и я. Стараюсь все делать максимально качественно, основательно и надежно. Ну а те, кто не перфекционисты смотрит, тот им в процессе просмотра рано или поздно станет. Steel storage is full. Build more storage facilities. Ладно, пол тут можно строить до почти бесконечности, поэтому надо поставить шахту. Очень увлекательное занятие, прям. Медитативные. Давайте загружаем, нас энергии дофига, пускай заводы работают. Чем больше их будет, тем лучше. И что мы с вами видим? Вот он, мой портал. Опа. Здорово. Okay, we've got all the necessary technologies downloaded. This building requires a supply of clean water to operate. It would be best to place it close to a pool of mud or sludge that we can filter. Чего? Источник воды. Построить создание лаборатории и по исследованию планетной жизни. Так, начинаются какие-то траблы, источники воды, я такое не знаю, что там за источник еще воды, о чем он вообще? И она. Какой воды не знаю, я знаю только одна грязь, есть вот все. Вот это что? Так, это у нас что такое? О-о-о! Гади там невидимки. Base is under attack. Вот уроды. Казенное имущество все поломали. Да-да-да, Байнест. Вот этот шахта редкого элемента. 5500 у нас есть кобальтовые руды здесь. Требует она энергии 50, либо содержание кобальтовой руды. То есть, короче, если
заканчивается энергоснабжение, она начинает тянуть руду. Я так понимаю. Поэтому ее надо так неплохо обеспечить энергией. Сразу строим ветряки второго уровня. Через альф. Тут не тянуть, короче, сюда просто электросеть мы. А в единую это пойдет или нет, интересно? Но эти ресурсы должны пойти в единую сеть. Да-да-да-да, желези. Работает. Энергии 432 хватит. Ну, нам надо, правда, еще сделать турели тут для обороны. Потом все это разберем, как только конструкция будет вытянута. С другой стороны, они атакуют. Это, в принципе, неплохо. Здесь вообще конец карты, на самом-то деле. Но, как мы видели, агрессивной формы тут... Бегают. Так, лаборатория есть. Исследование планетной жизни. Первый уровень дерева технологий инопланетной жизни, который дает, который ведет к открытию новых технологий на основе инопланетной флоры и фауны. Что дальше? Так, а что нам вообще дальше надо делать? Построить здание лаборатории, да, точно. Что здесь у нас? Хранилище твердых материалов. Хранилище жидких материалов, жидкий насос, вот, фильтр, пока это не шибко сильно нам надо. Склад боеприпасов. Завод башенных боеприпасов. Идея, он дает быстрее боеприпасы для меха. Лишним не будет, наверное, 33 секунды будет следовать. Чертежи зданий для производства боеприпасов для оборонительных башен. Раздельные производственные линии для меха костюмов. Для меха костюмов. Что у нас? Разные костюмы могут быть. И боеприпасов для башен. Устраняют любые потенциальные узкие места в доставке боеприпасов. Поставляются со специализированными боевыми безопасными бункерами для хранения боеприпасов. Так, короче, строим. Включаем, строим. Стенку я тут поставлю, такие. А, тут вообще конец карты, слушай, мне их не защитить. Быстро-быстро. Изучилось у нас. Технологи. Да, тут довольно легко оборону сделать в этом углу. Парочка турелей. И дело в шляпе. И мы их улучшаем. Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Так, местной энергосети вполне хватает. Danger! A hostile swarm is moving in on our base. They are almost upon us. Видно, там какой-то сворм движется, рой на нас.
Тут все прекрасно. Пошел у нас добываться нужный нам кобальт. Далее. Артиллерийские башни, слушай, это что-то нужна. Железий, урон. Да-да-да, вот это против крупной цели нам вообще не помешает. Стоит довольно дорого. Стреляет ракетами, лучше всего справляется с группами врагов, уязвимых к урону по площади. Стреляет разрывными снарядами на дальнее расстояние, очень эффективно против групп врагов. Может стрелять дальше радиус обзора. Для работы необходим завод башен боеприпасов. Да, вот для них как раз нужен завод. Так, башня разрывная. Боеприпасы тоже нужны. Минут 15 будет исследоваться. Так, тревожная музыка, а вон они бегут. Вообще изи. Вот эти волны, они не представляют никакой угрозы на данном этапе. Сейчас мы построим еще ракетные турели, это вообще их атаки обнулит. Завод боеприпасов. Склад боеприпасов. Завод башенных боеприпасов. Так. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Чудесно, только надо вот найти место, где его построить. Требует 40 энергии. Карбоний желези. Кстати, он карбоний желези потребляет, поэтому много ты их не поставишь, между прочим. Склад ничего не потребляет. Да, это плохо. Постройка, которая жрет постоянно что-то, это... это минус. Ну, пока так, поставим там, посмотрим, как дело пойдет. Да, курсия, технология пустой у нас. Текс, это завод боеприпасов, производит больше и потребляет, соответственно, тоже больше. Огнеметные башни. Требуют жидкие боеприпасы. Чрезвычайно эффективное средство против стаи большинства мелких существ. Охватывает пламенем область перед собой. Пораженное существо распространяет огонь. Дальше получает урон в течение времени, а также прямой урон от огнемета. Но это штука недальнобойная, я думаю. Электростанции, это нам не сильно таки надо. Третий уровень требует. Что она требует? Она требует. Ой, тут дофига технологий. Штаб 5-го левела. Туда не так-то просто попасть. Так, исследование планетной жизни. Что это нам дает? Какая-то лопата позволяет рифтбрейкеру строить рассадники и заготовительные станции. Эти управляемые дронами здания используются для выращивания и культивирования саженцев, местной флоры и фауны, а также можно собирать для получения биомассы или других ресурсов. Так. Заблокировано. Для этого исследования должны построить лабораторию. Понятно. Кстати, эта штука неплохо зайдет. Она выращивает вот рассадник, биомассу, выращивает растения. А дроны их собирают, то есть это можно использовать для тех же биостанций. И писали в комментах, что за счет этого можно вообще топить всю базу.
в дальнейшем будет. Блин, слишком много что-то тут у нас инфы. Где там это? Лаборатория-то. Построить лабораторию. 2000 карбония стоит. Нифига себе, железо 1500. Позволяет проводить углубленные исследования, которые нужны для развития технологий на основе внеземной флоры и фауны. Так, надо бы ее куда-то тоже запихать. А, она требует воду. Она требует воду, ее так просто еще и не запустить. Где-то надо размещать рядом с источником воды. The weather's changing. Wind is slowing down. Is coming from a nearby nest. То есть вот здесь. Если All я так... wind has stopped. Our wind turbines are down. Если я так правильно понимаю, что это и есть вода. The technology queue is idle. Select new technologies. Так, давайте сначала разберемся с насосами. Как это вообще вся хрень работает? Насос. Водный завод очищает загрязненные жидкости, типа грязи, производит чистую воду. Для работы требуется энергия. 50 энергии, вода 200. Так, ну что это нам дает? Хранилище жидких материалов. Насос. Труба. Ну, вроде как все логично, что. Нам нужен насос. Выкачивать жидкие ресурсы из месторождений по всей планете. Насосы не могут работать слишком близко друг к другу. Так, ну ладно, окей. Steel storage is full. Build more storage facilities. Допустим, один поставим здесь. А, нам, кстати, еще вот к этой станции подводить надо. Подожди, что-то я не понял. Что-то твоя моя не понимать. The technology queue is idle. Select new technologies for development. Так. Вот. На таком расстоянии мы можем поставить минимум. Wind power is returning to normal. В принципе, три насоса в этой луже мы можем расположить, это уже хорошо. Warning. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Так, далее. Нам нужен завод для очистки. На выходе содержание, короче, либо грязь, либо шлам. То есть на выходе у него будет чистая, типа, вода. Ясно. Так, нам нужно трубы. Да, вот пошла грязь. Коричневая труба. Дальше, что нам там надо-то было? Хранилище жидких ресурсов. Хранит оно 3000 жидких ресурсов. Блин, места мало. А трубами-то неохота все застраивать. Труба. Транспортирует жидкости, газы, плазму. Может соединять различные постройки, которые требуют топлива. Транспортирует, хранит только один вид жидкости за раз. Так, ладно, окей, это все понятно. Так, что? Инвестиции в жидкие активы. A new group of hostile creatures is coming вот, from a nearby нас пошла nest. Вода. The technology queue is empty. Прекрасно. Заполняется хранилище этой водой. И дальше нам нужна вот эта вот станция. 250 лаборатория. Сколько она занимает место? Ну, можно поставить как-то ее вот здесь. Трубу тянуть. Выглядит не совсем, конечно, красиво. Можно поставить ее в углу. В принципе,
брать здесь ворота просто. Alien research laboratory construction in progress. Fantastic. I can't wait for it to be built. This building is going to open up a whole new range of possibilities for us. If I had a base like that on Orion, I wouldn't have lost my arm back then. How did that happen? I got careless while searching for anorex crystals. I found a fascinating growth anomaly that was transforming all of its surroundings. I've never seen anything like that, so I had to take a sample. I was shielded inside a recon suit, but when I grabbed the crystal with my hand, it just went through it. My entire arm was infected. Why didn't you use a bioscanner to take the sample? They only work in conjunction with a lab like this. I didn't have a base on Orion or a mech suit to build one. I am sorry to hear that, Ashley. And I am glad that we got paired together. I will not allow something like that to happen to you. Okay, let's not get too emotional about that. If you look at it from a different perspective, I got an enhanced biomechanical arm replacement, and I still got the sample. New technologies are available for development. Base is under attack. Я думаю, сойдет. Так, давайте дальше исследовать. Что мы будем с вами исследовать дальше? Чуть есть какая-то была другая задача. Мы, кстати, можем проапгрейдить стены. Биокомпостер производит горючий газ из растительной биомассы. Нафига он нам нужен? Газовая электростанция производит 500 энергии, между прочим. Требуется как раз вот горючий газ. Так, даже надо разобраться, что это такое. Биокомпостер производит горючий газ из растительной биомассы. Растительная биомасса ему нужна. 10 энергии. И плюс вода. Вот 100 горючего газа. Газовый фильтрационный завод обрабатывает шлам для получения горючего газа. Требуется шлам. Но по всей видимости шлам это зеленая эта хрень, которая на карте находится типа воды, только это кислота. Она и выглядит как зеленая. Так, потребляет шлам. Производит горючий газ. А это потребляет биомассу. В общем, здесь, видите, одно зависит от другого. Вот как раз вот эта хрень с инопланетной жизнью. Тут надо вот как раз построить заготовительную станцию, которая дает ее. Так, содержание вода. Здесь энергия. 5 вода сотни. Дает 200. В принципе, один завод обеспечивает их. Давайте исследуем. Позволяет Rift Breaker устроить рассадники изготовительной станции. Эти управляемые дронами здания используют для выращивания и культивирования саженцев местной флоры, которую можно собирать для получения биомассы или других ресурсов. 6 минут будет исследоваться немало со всеми нашими этими станциями, улучшениями и прочим. Добром. Так, тут идет вода. Тут, кстати, видно прикольно, где идет грязь. Вот видите, коричневая труба, а здесь идет грязь. А тут вот в стеклах уже идет голубая вода, отфильтрованная. Фильтрами. Аквафор. Или фильтрами с обратным осмосом. Реклама фильтр аквафор. Почему аквафор? Еще есть барьер. Всякие разные есть. Аквафор неплохо фильтрует, между прочим. Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Крайней мере. Вода, ну, после них не оставляет накипи на посуде.
Alien research laboratory construction finished. We have to supply it with clean water to keep it operational. You can produce clean water by placing a pump in any type of liquid and delivering it to a water filtering plant for processing. Connect the output from the water filtering plant to the Alien Research Laboratory using pipes. Finally, the Alien Research Lab is operational. We can start gathering research samples and scanning the local flora and fauna. We can use the bioscanner to begin collecting samples without destroying the environment. It's the safest and most efficient way to advance our research. This is so exciting! We can finally start working on the thing that we came here to do. Ashley, don't forget that our primary objective is to establish a two-way portal back to Earth to enable human colonization of Galatea 37. That's true, but we also have to study this planet to ensure that it is safe for colonization and to minimize the damage done to the local ecosystem by future colonists. Minimizing damage to the local ecosystem is listed at the end of the official list of priorities of this mission. I'm the only human on this planet. I can set my own list of priorities. The planetary geomapping procedure is in progress. Calculating coordinates for possible rift jump locations. The process will soon be completed. Orbital scanner geomapping procedure finished. We have gathered a lot of very useful information about the planet and found traces of rare elements in multiple locations around the globe. One of Galatea's continents appears to be a barren desert that has been scorched by intense radiation and very intense solar activity. These harsh conditions are most probably caused by the high condensation of radioactive elements like uranium or thorium. Our scans have located a safe rift jump location for an initial scouting mission. Gaining access to uranium would allow us to construct nuclear power plants and some heavy weaponry. This should make surviving on Galatea much easier. The second interesting area is densely covered by acidic clouds of unknown origin. Spectral analysis detected traces of palladium scattered throughout this geographical zone. I have marked a safe rift jump location for initial reconnaissance on the orbital scanner interface. Titanium has been detected in a large zone of intense volcanic activity. The orbital scanner has been providing some strange readings from this area, with temperatures ranging from 800 to 100 Kelvin. On top of that, it is entirely impossible to get any sensible magnetic field readings from this area. We were able to find a safe rift jump location within the volcanic zone. However, you should expect extreme environmental conditions. All of these locations contain extreme environmental hazards and unknown species of creatures. We should upgrade our equipment as much as we can before venturing out into these new biomes. Конечно, замечательно, ребята. Зачем вы нашли такую планету, которая вас пытается убить всеми мыслимыми и немыслимыми способами? Вы как колонизировать собрались? Не вопрос. Все редкие ресурсы находятся хрен знает где. Так. У нас тут ведь исследованы типа новые турельки, которые мы так и не поставили. Ракетная башня. Энергию они потребляют также. А, что у нас за боеприпасами? А, у нас, между прочим, ничего не производится. Абсолютно. Производство. Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Так, а что ничего не производится? Энергии вроде все есть. Карбоний, железий. А, ну вот, да, пошли башни. Мелкокалиберная. Меха. Походу это делается, если у вас башня построена, тогда на них боеприпасы идут, а так не работает. Ну, допустим.
и ядра закончились. Мы вроде изучили технологию для их апгрейда, сейчас надо будет апгрейдить. Новый не строится. И вот все, весь карбоний летел. Сел, но обещал вернуться. Да, апгрейд стоит 200 карбония, с ума сойти. 23 прирост, но сейчас мы быстро его накачаем. Выглядит немного по-другому. Warning. A new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Сверху на них стоит красивая цифра 2. Конечно, в этой серии мы сейчас ходим убьем существо, которое нам дали в задачу. На уничтожение. Да, в зависимости от башни появляются боеприпасы, но вырабатываются они крайне медленно. A new technology has been developed. New buildings are available for construction. Короче, поставим там в места, где нам надо будет укрепляться. Пока что и вот этого всего дела хватает вполне. Так. The technology queue is research completed. Следует у нас культивирование инопланетной флоры и фауны. Нет, что такое? Исследовательская станция содержит богатый арсенал сенсоров и аналитических устройств. Используется для сбора данных с объектов и аномалий, которые слишком сложны для полевого снаряжения мистера Ригза. Не знаю, стоит ли нам вообще пока это изучать. Может быть, удариться в оружие. В принципе, мы тут так неплохо с вами развились. Арсенал второго уровня. Модернизированное здание арсенала с большей эффективностью производства боеприпасов. Увеличит максимальное количество зданий оружейной до 2. Да, но оно энергии потребляет больше. 4 минуты 10 секунд будет исследоваться. Ух ты, что такое энергетическое оружие. Плазменная пушка. Скорострельность 8-9. Секунд. Урон 50-58. Радиус урона 1,7-1,8 метров. Огнемет. Там мы разве огнемет не изучали с вами? Что-то, по-моему, я уже его изучал. Ну давайте, ладно, покачаем до оружия. Можно броньку покачать. Вот, отражающая броня. Всего 50 секунд будет качаться. Эти модули могут быть установлены в один из слотов для улучшения мех-костюма. Они содержат инструкции и программы, которые изменяют поведение и способности мех-костюма. Все эти модули обладают уникальными свойствами и могут быть использованы как взаимозаменяемые. Сейчас исследуем, сходим, замочим эту тварь. Что-то я еще хотел построить. Мы хотели построить из завода с био там флавоноидами и прочим добром. Телепортируя меня, достижение тоже, видите, улучшается. Так. Где эти заводы? Рассадник. Нужна вода, энергия. Iron deposit depleted. I'm detecting a large group of creatures heading towards our position. We should go there and clear it out. Масса тварей наступают. Тупа занимает физический объем. Сюда не поставить. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Ну, допустим, врежемся вот сюда, вот в трубу.
The technology queue is idle. Select new technologies for development. И дальше построим. Изготовительную станцию отправляет дронов на сбор инопланетной флоры в радиусе постройки. Этот процесс генерирует разные виды ресурсов, зависит от того, что было собрано. Очень плотно все стоит. Логично поставить рядом будет. Так, где у нас на карте есть этот шлам? Шлам есть вот здесь, мы можем его собирать. Довольно-таки близко. Ой-ой-ой, слушай, у нас появляется рядом с нашей базой, возможно, мечи-то. 2000, и мы разбираем здесь все постройки. Так, давайте-ка мы... The technology queue is idle. Select new technologies for development. Турелик-то поставим побольше. Warning! Hostile creatures are coming from a nearby nest. You should go there and clear it out. Danger! A hostile swarm is moving in on our base. They are almost upon us. Ракетная турелька. The technology queue is idle. Select new technologies for development. Здесь сюда что-то подперли. Uranium storage is full. We should construct more storage buildings. А, повышенный уровень осведомленности. Это все, конечно, круто, только... Где это можно посмотреть? Так, это вот здесь у нас агрессивная местная фауна. Некий Каноп Трикс и Хамероцерос. Уровень осведомленности растет. Судя по всему, когда мы достигнем следующего ранга, у нас какая-то информация о них откроется, или описание, или какие-то их слабые, там, сильные стороны. Я думаю, что это так работает. И вот у нас есть еще летающие какие-то птицы местные. Висаурус. Окей, мы подбились немного, помогли нашим. Релькам. The technology queue is idle. Select new technologies for development. Можем стенку сразу улучшить. Дыру в стене лучше заделать. Плохо, вот эта стена уже помощнее, у нее 700 броня, а у обычной 350. Это уже более-менее солидная оборона. Исчерпают они, так думаю, практически одновременно. Хотя я думаю, что нет. Кобальт исчерпается быстрее, он пока не забил хранилище, а железей, видите, уперся в определенный предел. У нас, правда, расход еще идет. Плохо. Не люблю расход, люблю только доходы. Короче, не люблю деньги тратить, люблю их только копить.
Что там по поводу исследований? Броня Мека исследована. Все замечательно. Дальше что у нас? Дроны мех-костюма. Эти модули могут быть установлены в один из слотов для улучшения меха-костюма. Они содержат инструкции и программы, которые изменяют поведение и способности меха-костюма. Все эти модули обладают уникальными свойствами и могут быть использованы как взаимозаменяемыми. Так, что дают ремонтные инструменты. Набор пассивных улучшений для мистера Ригза. При установке в один из слотов для улучшения увеличится различный показатель. Скорость восстановления плюс один. Чего-то там. А чего это не улучшается-то? Так, инструменты для технического обслуживания. Стоимость строительства минус 4%, скорость строительства минус 4%. Титановое оборудование. Скорость строительства минус 4%, скорость передвижения плюс 1,5 метра в секунду, восстановление минус 4 секунды. Энергетические датчики. Вероятность падения муда. Силовое поле плюс 35. Вероятность совпадения ресурсов плюс 20%. Ну, кстати, можно изучить. 50 секунд будет изучаться. А мы пока найдем, где нам ставить эту чудесную броню. Так, внешность. Внешность у Ригза может как-то меняться. Навык движения, рывок. С другого ничего нет пока. Так, Ригз, а где тебе броню-то воткнуть? Так, отражающая броня. Отражение урона плюс 10%. 300 карбония, 300 железья. Так, и чё? Сюда ставится. Теперь Ригз просто все будет отражать. 10% практически ничего, наверное, не даст. Так, ну давайте сходим, замочим эту тварь. Где-то там была внизу. A small piece of comet has entered the atmosphere very close to our position. It looks like it's coming our way. We should go there and clear it out. Воткнем. Так, как эта вообще штука работает? Вода расходуется. Дроны собирают, да, эту биомассу, но она вся очень быстро расходуется. То есть надо больше строить на биостанции. Нас, кстати, ночью практически в упор. С энергией. It's hit the ground. Let's head there quickly and see what we can learn. Ну, обычно эта комета ничего не дает там. Кроме раздолбанных местных растений ничего и нет. Здорово. Здорово, мужики. Так, мы исследовали датчики мех-костюма. Силовое поле плюс 35. Но, по идее, это его как раз... щит энергетический. Открыли мы тут местную тоже... флору. Фангус. Кристаллу Росея. Прекрасно. 300 карбония, 300 железия. Crafting completed. Тут, видите, много ты их не вставишь. Энергетические датчики. Так, погоди. Как бы уже есть. Это удваивает эффект или нет?
как бы вроде бы да. По 35. Силовой поле стал побольше. В перспективе это надо будет что-то другое заменить. Technology queue is idle. Select new technologies for development. Да-да-да, технологии это все круто. Прыжок силы стандартным. Так, программа позволяет использовать двигатели, встроенные в ноги мех-костюм, чтобы заставить его подпрыгнуть в воздух достаточно высоко, чтобы создать значительную ударную волну при приземлении. Очень полезно при сражении с группами мелких существ и для быстрого перемещения по полю боя. Но перед этим надо изучить перекат. Эта программа наделяет мех-костюм способностью выполнять быстрый боевой бросок. Это движение можно использовать для уклонения от входящих атак или непредвиденных опасностей окружающей среды, таких как падающие обломки или неустойчивая почва. Ну, можно, в принципе, изучить. Но мне бы, конечно, бы оружие было какое-нибудь покруче было взять реально. Вот, например, меч, там, бластер, кулак силы, копье, молоток второго уровня. Так, ну для этого нам надо изучить 4 минуты арсенал уровня 2. Модернизированное здание арсенала с большей эффективностью производства боеприпасов. Увеличить максимальное количество зданий оружейных до 2. Warning, a new group of hostile creatures is coming from a nearby nest. Открыли мы новые существа, ну и изучаем мы их стандартным, так сказать, человеческим способом по запчастям. Убиваем и потом останки изучаем. Там какая-то разборка происходит. Заминируем. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Здесь тут еще и атака входящая рядом сейчас будет. Оу! Подруга. Kill it before it kills us. We'll finish researching it in the lab. Ох! Ой, оно пришло сюда. Threat neutralized. I wonder what made it so aggressive. Maybe we can learn something important after researching it in a lab. Бонни вывалился из него. И кобальт.
Значит, так. Вообще, нам надо бы везде стенок перестроить. Между прочим, с вами. Это задача не менее важная, чем перестройка турели и постройка полов. Buildings are available for construction. New blueprints are available for crafting. У нас, кстати, уже есть возможность переместиться в другие области. Но я думаю, что этим мы будем заниматься в следующей серии. Эшли сказал нам готовиться получше. С изучим молоток, улучшенной версии гранатомета или болтера. У нас боеприпасов, кстати, больше стало за счет оружейки. Это тоже неплохо. Ну, закончим с открытием основной базы. Пока нас здесь не будет, я так понимаю, что ее не смогут прооткрывать. Что логично. Стены визуально, кстати, тоже меняются после апгрейда, как и башни, и все остальное. Давайте и башни проапгрейдим, чуть мелочиться. Гулять-то tracking a meteor shower on a collision course with us. The technology queue is idle. Так, валим от базы. Опять метеоритный поток, который сейчас будет нас долбанить. These meteors are quite small, but they can still do some serious damage. Ох, нифига себе! Эй-эй-эй-эй! Что такое было? У нас только хп-то сбрил. Опять невидимая хрень. Он телепортировался. Жесть, там вообще сопля хп оставалось. А, напоминаем, мы, кстати, проходим в режиме... Ой-ой-ой. One life, one death. The danger is over. The technology queue is empty. Вот уроды. Но стена тут немножко подзатащила. Ну, в следующей серии мы направимся в другую локацию с вами. Там будет, я думаю, еще сложнее, еще интереснее будет строить новую базу, аванпост, которая будет редкие ресурсы качать в базе основной. Они будут связаны, количество аванпостов, насколько я знаю, ограничено. Поэтому, если хочется ресурс на одном, придется его разбирать и строить какой-то другой, более важный. Ну и в этих зонах гораздо опаснее, чем в главной базе будет. Вот там уже придется действительно укрепляться, чтобы удержать атаки.
здесь это в лайтовом варианте происходит, то все будет крайне жестко. Ну, как мне писали, по крайней мере, говорили. Верить кому нельзя, конечно же. Но тем не менее, как говорится, доверяй, но проверяй. Ни на кого нельзя рассчитывать. Все приходится делать самому. Steel storage is full. Build more storage facilities. Технологии. Технологии, арсенал типа улучшен, все хорошо. Мы открываем меч. Обновленная версия меча создана с использованием высококачественных сплавов, которые позволяли улучшать его боевые параметры. Если у вас есть возможность создать такое оружие, то об уроне, дальности и модификации вам больше беспокоиться не стоит. Слоты предметов. Урон. Но он, конечно, хуже, чем молоток. Молоток по площади бьет. Энергооружие, на мой взгляд, более перспективно. Крупнокалиберная автоматическая винтовка. Проникающая способность. Вам секунду. Неплохая, кстати, скорострельность тоже. Две минуты будет следоваться. Дайте-ка, может быть, даже поставим их в очередь. Брать, кстати, тоже писали в комментариях, что типа ставь в очередь, потому что не всегда успеваешь там сходу, пока это все изучать, приходится что-то слушать, строить, обороняться, двигать, атаковать. Просто не всегда ты знаешь наперед, что тебе нужно будет в этой очереди. Поэтому я стараюсь как-то делать все вручную. Стоит 10 карбони апгрейд. Но я думаю, она того стоит, потому что в два раза больше хп это. Это большой пес одобряет. В комментариях спрашивали, по всей видимости, ньюфаги на канале. Те, кто Вархаммер не смотрит, кто такой большой пес. Рекомендую посмотреть серию по Варху. И вы узнаете, кто он такой. Большой пес — это легенда. Турелька строительства началось именно с него. 35-м тысячелетии. А в этой игре количество турелей просто не поддается логическому описанию. Как я говорил уже изначально, эта игра была официально одобрена и сертифицирована большим псом как эталон идеальной стратегии. Ресурс нам потребуется реально дофига, чтобы все тут проапгрейдить. Еще ветряки до конца догрейшены, там и ядра, и прочее добро. Поэтому в следующей серии мы частично занимаемся догрейдами базы, прокачкой технологий. И потом уже, в общем, двинемся в следующую локацию. Но я думаю, что под конец где-то серии мы туда попадем.
не пропустите, будет интересно. Основные события еще впереди, пока что это только базовое изучение механик по-прежнему, строительство и прочее. Я считаю, получается довольно неплохо для первого прохождения с ходу. База надежная, красивая, в принципе, эргономичная. Так, что у нас там с выработкой ресов? 800 осталось, железо 1000. Ну, в принципе, практически они одновременно, как я ожидал, закончится существование. Дальше мы убираем этот аванпост, полностью разбираем. И сюда возвращаться больше не придется. Единственный минус, что у нас заканчивается боеприпас разрывный для башен максимум. Заканчивается у нас кобальт. И больше его на карте, по всей видимости, здесь не будет. В этом проблема. Может быть, где-то и есть месторождение, но... A large group of creatures is gathering near our base. Prepare for an incoming attack. Надо его искать. Атакуют они снизу, снизу, сверху. Надо будет закончить такие нам с полами в следующей серии. Не везде они по-любому поставлены. Так. Значит, они будут атаковать снизу. Тут у нас негрейжная турка. Поставим здесь ракетные турели, артиллерийские башни. Ну, кстати, будет довольно сложно описать, в какой части, допустим, базы я не поставил пол. Как это будет выглядеть, крестоносец, у тебя там с севера-запада база, одна плитка не стоит. Довольно странно будет звучать. Грибы какие тут растут, прям с пальмами через металлический пол. Тут тоже надо наладить будет около этого водоема водоснабжение, но это будет уже позже, там по мере, так сказать, необходимости. С энергией у нас реально беда. Danger! Enemy creatures are closing in. Get ready to fight. Ready, ready. We always ready. Они даже до стены не добежали, так что вполне справляемся. Тут можно, кстати, поставить тоже пару ракетных турок. A new technology has been developed.
New blueprints are available for crafting. На всякий случай. The technology queue is idle. Select new technologies for development. Research completed. Да, исследую у нас меч, обновленная версия. Энергетическое оружие. Изучение технологий позволит арсеналу производить портативные энергетические элементы, которые можно использовать в качестве боеприпасов для энергетического оружия. В комплект входят чертежи базового оружия. Так, крупнокалиберное оружие. Содержит инструкции по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов, которые используются в обычном мощном огнестрельном оружии, дает Рифтбрейкеру возможность создавать некоторые новые модели оружия. Снайперская винтовка. Автоматическая винтовка. Тут меньше одного выстрела в секунду. Ну, наверное, заходит по крупняку в основном. Я так полагаю. Так, можно изучить молоток. Стоит его изучение целых 2 минуты 13 секунд. Чертежи продвинутой версии боевого молота для мех-костюма. Использование более качественных материалов при изготовлении позволило добиться лучших характеристик. Можно модифицировать. Допустим. И сразу изучим мелкокалиберное оружие. Переработанные чертежи для базового мелкокалиберного оружия. В результате модернизации повышается огневая мощь и появляется возможность выполнения модификаций. Окей. Кстати, это тоже не помешает. Ремонтный комплект. Мгновенно устанавливает среднее количество очков здоровья мех костюму. Объем ремонт 50%, восстановление 25 секунд. Совершенствование мина ближнего действия. Комбинация материалов, используемых в этом взрывном устройстве, дает более мощный взрыв и более высокую температуру взрыва. Так, урон по площади 600, радиус урона 8. 308. Ну, короче, урон выше просто будет. Ремонтный комплект. Долго будет исследоваться, но в принципе все это нужно. Так, с энергией мы вроде более-менее разобрались, но хотя не очень-то тут гигантский у нас запас получается. Depleted. Уровень. Что тут за дыра такая? Вот, энергию у нас станет 6200 расход, ну, около 5000. Кстати, вот у нас... Вообще беспредел, помнишь? It's getting cloudy. It looks like it's going to rain. Rain хорошо, сейчас, кстати, будет довольно приличный приток энергии. It's raining. It will decrease the output from solar panels until it stops. Да, надо запасики сделать. Запасники. Steel storage is full. Build more storage facilities. И хранилище имеющееся надо тоже проапгрейдить. Помню. 19 тысяч приток. Расход 5000. Это все время. Так, здесь все отремонтируют нормально. Вот видите, отличается ветрогенератор одни от других. Все-таки визуально это видно. Крупнее выглядит. Более большие лопасти на них стоят.
New blueprints are available for crafting. В общем, давайте серию будем потихоньку завершать эту. Сейчас я покажу еще, как работает здесь сканер. Вот наш штаб. У нас есть несколько зон. Это радиоактивная пустыня, кислотные поля и вулканические области. Уровень опасности низкий, но это низкий он, потому что мы туда еще не ходили. Если в штабе он очень высокий, то здесь мы просто не знаем, ведь какая опасность нас будет подстерегать, поэтому, ну, пока базовый, как бы, уровень, это низкие опасности. Но когда мы там прибудем, все будет гораздо, естественно, хуже. Один из крупнейших континентов Галатея-37, радиоактивная пустыня, представляет собой радиоактивную пустыню. Орбитальное сканирование обнаружило некоторые тяжелые элементы урана и тория. Исследуйте эту зону в поисках потенциальных источников ядерного топлива. Кислотные поля. В странном планетарном биоме, покрытом плотными кислотными облаками, был обнаружен палладий. Во, кстати, нам туда вот надо бы сгонять для тучек лучших. Исследуйте местность в поисках новых ресурсов и соберите данные об источнике кислотных выбросов. Вулканические области. Орбитальное сканирование обнаружило следы титана на самом вулканическом активном континенте Галатея-37. Исследуйте зону в поисках месторождения новых ресурсов. Внимание, в этом регионе были зарегистрированы высокотемпературные аномалии. Да, просто чудесная планета. Как видите, кислотные поля, радиоактивные пустыни, вулканические области. И только малая часть занимает вот эти вот райские земли, в которые мы и десантировались, телепортировались изначально. По большей части планета абсолютно не гостеприимная. И зона для выживания здесь достаточно ограничена. Я не знаю, зачем они ее выбрали. Мне кажется, во Вселенной, в галактике есть более пригодная для колонизации человечества места. Ну, посмотрим, что там по сюжету будет дальше. Карбоний низкий, железо низкий, остальные ресурсы здесь просто неизвестны. То есть, по сути, базовых ресурсов здесь не так много, но это, по крайней мере, пока. То есть, это просто геологическая разведка со сканера. Более подробную информацию мы получим только туда попав. В общем, мы можем в любой регион уже прыгать, но нужно подготовиться лучше, потому что я не знаю, что нас там ждет абсолютно. Сделаем мы молоток. Молот, кстати, готов. Давайте-ка мы его скрафтим. Вот эта плазменная пушка. Хоть посмотрим, что это такое. Так, карбоний, железо. Карбоний 300, железо 75. Так, есть и снайперская винтовка. Карбоний 250, железо. Далее. Меч. Ух ты, 1000 карбоний, нифига себе, 250 железа и 100 кобальта. Почему какой жесткий-то? Даже на молоток кобальт не нужен. Урон 201, 222, 157, 174. Кстати, меч неплохо бьет, но у него, видите, нету урона по площади. У него чуть больше радиус урона на полметра. Есть ячейка для модификаций. Соглушение выше на 7%. И урон у этого 235 у базового. 250-275. Железа много надо. Меня интересует прежде всего молоток, конечно. Так, есть информация об этом монстре, который нас атаковал. Большой, крупный арачноид. Называть его. Есть инфа о борте, который пуляет очень неприятно термическими снарядами. Бомоган. Информация о колоссе пошла. Гнерод. Хедронер — это грязевые эти монстры. Кермон — это невидимки. И Фирлан — это очень скоростные представители местной фауны.
которые по линии атакуют, пронзая как кинжал. Довольно много тут, видите, еще видов, которые мы не знаем, которые будут попадаться в других биомах, по всей видимости. Но это травоядные, нейтральные фауны какие-то. Уэлвер. Похожие на жуков. Братус аментис виритис. Растения. Так, значит, чем мы тут с вами делаем? Заменяем, во-первых, молоток. Во-вторых, сменим базовый бластер на что-то более серьезное, плазменную винтовку. Пулемет. Пока на снайперку можно сменить. Здесь поставить. Так, но меч надо еще скрафтить. А мне там, по-моему, на него ресурсов не хватало. На меч. Карбония не хватает чуть-чуть. Улучшенный молот. Снайперка. Interesting. We should go and investigate that area. Стреляет далеко, мощно. И плазменная винтовка. Ого. Нифига, у него там скорострельность, если зажать кнопку. Давайте как раз, может быть, испытаем оружие, сходим, проверим. Тут гнездо надо грохнуть рядом. Сделал нормальное оружие, прежде чем мы пойдем в другую. Ого, забил случайно голема. В другую локацию, то есть надо хорошо подготовиться. Неплохо так вот. Испепеляет снайперка. Пробивает по линии. Казалось бы, не очень эффективно. Самый эффективный является гранатомет. Он универсальный, все остальное это узкоспециализированное оружие. Кобальта. Так, что у нас там с кобальтом, кстати? Кобальт у нас не прибавляется, то есть месторождение исчерпано. Гранатомет, ой-ой-ой, другая тема. A lot of them inside. This might be difficult. A new technology has been developed. New blueprints, and we should stop them from gathering in this area and improve our chances of survival. Every bit helps. Замечательно. Так, у нас там новое оружие исследовано. Это улучшенное мелкокалиберное оружие. Мини-пушка.
Этот чертеж оружия служит основой для создания шестиствольной мини-пушки с ременным приводом и большой огневой мощью. В ней используются мелкокалиберные патроны, что делает ее относительно дешевой в использовании. Безумно высокая скорострельность сделает оружие незаменимым на поле. Офигеть у него урон. Короче, это Гэтлинг пулемет, 720 тысяч скорострельность. 40 выстрелов, 50 в секунду. Урон небольшой, но за счет скорости офигенная штука. Так, мы тоже добавим к исследованиям. Обновляется информация. Бахмов некий. Вот еще флора, флориум виридис. Ну и гнездо, каноптрикс нест. Так, подожди, автоматическая винтовка. Эта штука тоже надо испытать. Карбоний 75, 200 от железа. Заменил бы я на снайперку. Ничего, в принципе. Но мне кажется, пулемет будет все равно круче. Какие-то фиолетовые твари, от их цвета зависит их урон. Ну и сопротивляемость, соответственно. Кобальта пособирали. Ну да, это оружие более сокрушительное. Мне бы еще вот броню бы подкачать, чтобы с всякими там ремонтными модулями. Кстати, энергооружие еще и станет. Давай в ответ стрелять. Патронов очень мало. Надо улучшать оружейку. A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Research completed. Исследование технологии. Объем ремонта. Ремонтный комплект. Он автоматически сразу улучшается. То есть у нас этот ремонтный комплект был. Соответственно, мина тоже будет автоматически улучшена. Их создавать не надо будет никак. Теперь просто объем ремонта будет улучшаться во время использования вот этой вот обилки. Ремонтный комплект. Оружие вполне жизнеспособно, учитывая элитарность тварей. Мелочки осип так вообще на раз. Будем улучшать, опять же, уровень. Чтобы лучше знать наших врагов.
has stopped. This will affect wind turbine power generation. Даже с уменьшенным производством. Хотя нет, вот если турбины практически остановились, выработка энергии здорово сокращилась. Так, меч. Меч. Все-таки мы его скрафтим. Crafting completed. Поставим улучшенный меч. Ну, молоток, на мой взгляд, несравнимо лучше. Да, он медленнее бьет, но он бьет по площади и отбрасывает врагов, станет многих. Идеальное оружие, по крайней мере, пока ближнего боя. Так, мины улучшены, они должны будут добавиться автоматически, по идее. Ну, тут у нас появляются каноптрикс, какие-то собаки местные. Крокун ходящий. Тоже местный голем. Только в отличие от каменного, этот, похож, покрыт каким-то металлическим панцирем. Но ни о ком нет у нас информации пока на всю катушку. Есть вот, видите, разновидности различные. У одних и тех же видов есть подвиды альфа. И чем у них такой более ядреный цвет, тем, соответственно, они более крутые. Ладно, на этом моменте я предлагаю, да, эпизод завершить. В принципе, много сегодня событий было. Много тут построили мы всего разного и замечательного. Продолжим улучшать базу в следующей серии. Также мы направимся в другой регион для того, чтобы добыть редкие ресурсы и построить аванпост. Это будет уже во второй половине миссии. В первом мы все еще будем тут улучшать базу, улучшать свою снарягу. То мало ли, какие там у нас опасности поджидают. Направимся мы по порядку, я думаю, наверное, сначала в радиоактивную пустыню, потом в кислотные поля пойдем, прогуляемся по ним и в вулканическую область следом. Интересно везде поставить аванпосты, интересно изучить каждую зону, будем в каждой из них достаточно скрупулезно окапываться и строить там полноценные большие аванпосты, которые по размеру, возможно, будут сопоставимы с главной базой. Ну, там мы будем мелкие. Мы построим, короче, главный аванпост, потом построим мелкие на добычу ресурсов. Все это объединим в единую сеть. Все будет смотреться очень мощно, красиво и, конечно, даст нам огромную пользу для глобального выживания в этом суровом мире. Ну и посмотрим, какие там будут опасности, опять же, насколько будет более серьезное давление от атак. Потому что на главной базе мы сдерживаем, по крайней мере, пока что совершенно без проблем с появлением новых пушек и нового оружия, так совершенно абсолютно легко. Надеюсь, что данная серия вам понравилась. Если да, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, вступайте в группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи, до новых встреч. Пока.